12 декабря 1993 года на референдуме граждане России одобрили новую конституцию нашей страны. С тех пор прошло ровно 26 лет. Не пора ли в наш основной закон внести поправки? С этим вопросом мы обратились к юганцам. Надо соблюдать конституцию, а не менять и поправки вносить. Конституцию нашу надо менять. Она написана была под старых руководителей нашей страны. Поэтому они нас сейчас не устраивают. Жизнь поменялась, и поэтому нужно менять срочно конституцию. Вам не кажется, что пора ее менять, а может быть какие-то поправки внести? Если честно, я не задумывалась над этим вопросом. А вы читали конституцию? Когда-то в школе, когда проходили. Тогда вроде все устраивало. Как вы относитесь к нашей конституции? Она хорошая или плохая? Ну, я считаю, что нормальная. Как вы считаете, какая конституция лучше? Вот та старая советская или современная? Ну, мы старые люди, нам, конечно, все советские. Лучше и ближе. Я 51 год на севере прожила и живу до сих пор. И ничего я здесь не заработала. Какая конституция может быть? Какие права? У нас, может, и есть, говорят, что есть права, но не для нас они. Сегодня 12 декабря, день конституции. Слышали об этом? Слышал. А вы когда-нибудь открывали нашу конституцию, читали ее? Нет. Я в гостях. К нам в гости приехал. С Таджикистана приехали. Таджикистана. А я знаю, что должно быть. Вот день конституции. Сейчас напомнили мне. Еще раз поздравляю вас всех граждан России. Желаю вам всем здоровья, счастья, благополучия.